Украинские товары все равно будут попадать на территорию России. Просто возить их начнут через Белоруссию. В этом уверены эксперты. По их мнению, ужесточение контроля за товарами из Украины лишь обогатит белорусскую казну. Все эти ограничения, которые ввела таможенная служба России, она приведет к тому, что все украинские грузы поедут через Беларусь. Если у меня сейчас в России проблемы, я уйду, открою фирму в Беларуси, привезу груз в Беларусь и продам его в Россию. Технологии не изменятся, пошлины я не заплачу. Как рассказали Федерация работодателей Украины, со вчерашнего дня вся продукция из этой страны попадает под тотальный таможенный контроль. Фуры и вагоны разгружают для досмотра. На железной дороге около российско-украинской границы застряли около 1000 вагонов. При этом на пропускных пунктах не всегда есть оборудованные холодильниками склады, поэтому мясо и молочная продукция портится. Все сопроводительные документы и сертификаты тоже проверяют. Эксперты заговорили о начале новой торговой войны между Киевом и Москвой. Большинство аналитиков уверены, виновата политика. Украина уже осенью должна подписать соглашение об ассоциации с ЕС, и Москва пытается заставить страну сделать выбор в пользу таможенного союза. Однако эксперты считают, что своими действиями ФТС накажет не Киев, а скорее российских получателей грузов. Именно на них лягут дополнительные издержки, а значит и для местных потребителей украинские товары подорожают.